торговле все возрасты покорны. Полицейские и сотрудники ГИБДД при содействии фонда «Город без наркотиков» задержали 58-летнюю жительницу Ангарска. Женщина уже много лет продает гашиш со своего личного автомобиля. Правда, травку сбывает лишь кругу избранных. Это образ жизни. Это не жить не на что, это уже образ жизни. Она по оперативной информации, она всю жизнь торгует наркотиками. Говорю, была осуждена, освободилась, тут же снова стала торговать наркотиками. Просто образ жизни. В машине было обнаружено 10 граммов гашиша. Сбытчица далеко не юного возраста находится под подпиской о невыезде.